Погоди, я бутылку подберу. Теперь я готов всех убивать. Убью за бутылку. Видимо, они ее у меня пытаются отнять. Я не знаю, как еще объяснить их поведение несуразное. Зачем пытаться меня убить? Вот зачем вам это? Куда я поперся вообще? Что за фигня? Что я, кстати, должен сделать? Если так-то честно рассуждать, потому что я забыл мое задание. Я как бы иду вперед, а на задание мне плевать. Но почему-то я опять в разрушенном городе. Да ладно. И очевидно, здесь место для них хилого босса такого. Ну или разборки какой-то большой. Да что вас? Да хватит меня пытаться убить. Хорош. Еще индивиды. Я не хочу с вами дружить. Никакого желания не имею. Вот честное слово. Я сказал же, по-моему, ясно и конкретно. У меня что-то с дикцией. У меня что-то с дикцией. Ты хочешь сказать, у меня что-то с дикцией? Вот-вот, у меня уже что-то с дикцией. Там кто-то очень свирепый, походу, хочет вылезти. Хватит присаживаться перед тем, как я вам в морду отправляю приклад. Этот долбанный микрофон не дает мне сосредоточиться на игре и на том, что я говорю. Заслоняет мне полэкрана буквально. Как я так играю? Вообще не понимаю. Облепили? Не, что вы от меня хотите? Что, они пожрать хотят или что? Я не понимаю. Нет, там кто-то действительно злой. Чё ты рыгаешь? Вот чё ты рыгаешь? Опять ты! Я не хочу, знаете, я не хочу. Не хочу без сохранения с ним драться. Вот чего я не хочу. Сохранение можно и побыстрее сделать, я так понимаю. Старый дедовский способ. Попу, 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 попу. Попу, попу. Получи по икорочке, а? Да отвали ты, карлик, вот не дает мне пройти. Сдохни, сдохни, сдохни. Ха-ха-ха. Вот так вот с вами надо. Кулаками. Кто-нибудь еще желает? Точно нет? Ну ладно. Как хотите. Наше дело предложить, ваше подохнуть нафиг. Ладно, выбираемся отсюда. Опять! Хватит прыгать мне в лицо. Вот не люблю этого. Да чертов! Ну вот я на дробовик переключаюсь, потому что боюсь, если попрутся вдруг эти с динамитом, я просто кулаком его начну бить, и меня разорвет на части. И не успею переключиться. Да ты... Вы можете более разборчиво ваши мысли как-то показывать или проявлять? Так. Где еще нужен динамит? Или его больше не нужно?
Наверное, на этой стенке, может быть. А. А как использовать детонатор, нам не скажут никогда. Ну, я не знаю, как использовать детонатор, поэтому... Не то, не то. Детонатор. Вот как использовать детонатор? Будем переключать все оружие, пока там, не знаю, сосуды в мозгу не лопнут. Не то, не то, не то, не то, не то. Да, блин, опять я переключил снаряды. Не то, не то, не, не то. Да какого черта вообще? Я что, помню, что ли, как этот детонатор использовать? Использую детонатор. Вон он там, детонатор. Не надо злиться. Чтоб тебя. Ты кто, мать его, такой? Я с тобой тоже не хочу драться так, без сохранения. Я, конечно, с тобой уже встречался, по-моему, на арене. Ну да, может быть, таких... нет. А, вас еще и двое. Да какого вот хрена ты от меня хочешь-то все? Не-не-не-не-не. Вот для таких вот случаев я и приберег гребаные мини-ракеты. Ах ты, черт, косматый. Да хорош уже. Могу и разозлиться. Нет, я могу разозлиться. Вы что, мне не верите, господа? Ну как так можно? Опять отбиваться, пока путь не откроется. Нет, еще в лучшем случае. В худшем просто надо валить, оказывается, будет. Да зараза, да вы заколебали. Да сколько можно? Не хочу я подыхать здесь. В этой лачуге. На, ваншот двоих. Обожаю дробовик. Да какого... Иди сюда! И не бей меня в спину, это меня раздражает. Потому что нечестно. Ну что, куда теперь? Ага, в поезд. Точнее, сквозь поезд. Видимо, я здесь уже был. Кристальчики. И на выход. Ну, все. Расположению этого мэра мы заслужили. Завоевали. Завоевали. Так будет правильнее. Что дальше сделать? Массаж попки. Сначала тащат меня в какой-то город, где я должен заслуживать уважения какого-то мэра. Это после того, как я, не знаю, один город спас от разорения, там еще что-то, еще что-то. В общем, кошмарно. Кошмарное правило жизни в этой игре. Я бы сказал, даже не правило, это нарушение вообще всех правил. Логики.
Текс. Привет, герой. Угу, пятница. Ты классно валишь мутов, но не путай с ними машиноголовых, герой. Свяжешься с ними, пожалеешь, что на свет родился. Машиноголовых? Эй, нужна... Что? Эй, слушай, мой деловой партнер, парень по имени Дитрих, ищет человека, умеющего обращаться с оружием. Поговори с ним, если не против. Найдешь его за лавкой Яни. Не тот, который, блин, на этой бренчит фигне. Ты еще здесь? Шевели булками, Джон ждет. И не возвращайся, пока не поможешь ему. Да какого черта ты вроде у меня заказывал? Услуги. А теперь, оказывается, к Джонсу должен идти. Нет, какой Джонс? Какой... А, к бригадиру. Блин, опять не туда. Что в вас, а? Ладно, пойдем к Джонсу. Круто! Очистил пещеру от мутантов и остался жив. Редстоун знал, кого нанять. Я ему передам. Ну все. Теперь к Редстоуну. Мне хотя бы заплатят. Герой. Я на авторитет не работаю. Я вообще не знаю, зачем я работаю. Гонка «Восточное ралли» открыта. Что ж, ты молодец. Но мутантов бить дело нехитрое. Я-то знаю, как ты можешь закрепиться в моем городе. Я что, крепительное закрепляться? Этот город мой. Но я вынужден иметь дело с машиноголовыми. Они обычные бандиты с пустоши. Но так вышло, что именно они подают в город электричество. При этом все время взвинчивают цену, понимаешь? Эти мерзавцы у меня в печенках сидят. Говорят, они научились объединять филтрит с плутонием. Если это так, и мы возьмем их оборудование, то надолго обеспечим себя энергией. Это твоя задача. Они держат все в охраняемом подвале в банке над нами. Нужно, чтобы ты проник в этот банк. Открой подвал и достань мне филтрит. Понял, что мне нужно? Первый раз слышу выражение «подвал над нами». Вот что ты сделаешь. Ты проникнешь туда через старые подземные помещения рядом с банком. Этот ключ отпирает дверь в комнату руководства. Пройдешь через нее и сразу выбирайся наверх. Господи, боже мой, не успел я отдышаться, как меня сразу же послали на еще одно дебильное задание. Которое мне нафиг не нужно. Где моя заинтересованность в происходящем? Уничтожая мутантов, ты делаешь нашу жизнь безопаснее. Да мне срать на вашу жизнь, когда вы наконец это поймете. Срать мне на вас, на вашу жизнь, на ваши, не знаю, жилищные условия, на здоровье, на психическое состояние. О, господи. Вы бы видели, кто на рисунке. Вы бы видели, кто на рисунке там был нарисован. Просто вместо рисунков у вас, скорее всего, черную заставку показывают. Черную просто картинку. Черную картинку. Черный фон. А я вот видел, кто там был нарисован. Чернобыль. Я сегодня, кстати, посмотрел фильм «Запретная зона», фильм ужасов про Чернобыль. Ничего, так прикольно. Если хотите, можете посмотреть. Конечно, школьники, которые фанатеют от «Сталкера», будут в восторге. Ну, а я не очень в восторге. Так, а вот это интересно. Дотронулся, но теперь не буду дотрагиваться.